Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя пролетела быстро. В этот раз нас ждет целых 3 выходных дня. Какие культурные события ждут самарцев в празднике, узнаем прямо сейчас. В честь Международного женского дня в городе пройдет множество мероприятий, посвященных прекрасной половине человечества. Например, 9 марта в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция, на которой расскажут о жизни самарских женщин в начале 20 века. В то время появились специализированные женские образовательные учреждения и курсы. Они позволили дамам освоить новые профессии и занимать мужские должности. Изменения произошли и в быту. Кроме того, начало 20 века – это расцвет косметологии. Широкому кругу женщин стали доступны парфюмерия, декоративная косметика и многое другое. На лекции вы узнаете об общественной деятельности и домашних занятиях жительниц Самары до 1917 года, а также об их секретах красоты. Начало в 16:30. 10 марта в Самарском литературном музее пройдет экскурсия-лекция «Женщины в жизни Алексея Толстого». Личная жизнь известного человека вызывает интерес не меньше, чем его творчество. Во время этой экскурсии вы познакомитесь с той частью экспозиции о жизни и творчестве Алексея Толстого, где представлены женщины, чьи судьбы были связаны с писателем в разные периоды его жизни и чьи образы нашли отражение в его произведениях. Начало в 14:00. В воскресенье в музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Династия Маштаковых» из нового цикла «О чем расскажет дом». Самарцев приглашают узнать семейную историю владельцев одного из самых известных деревянных домов дореволюционной Самары. Изначально мещанская, а потом уже купеческая семья Маштаковых начинала свою деятельность торговли на базаре, а в начале 20 века уже стала владеть несколькими заводами. На лекции представят генеалогическое древо семьи, сформированное с помощью архивных и газетных данных. Кроме того, вы узнаете, как революционные события 1917 года отразились на их судьбе. Начало в 16:00. В рамках программы «Большие гастроли» состоятся обменные гастроли Самарского театра «Камерная сцена» и Арзамасского театра «Драмы». 14 по 16 марта на площадке театра «Камерная сцена» зрители смогут увидеть арзамасских артистов. 15 марта зрители ждут на спектакль «Инспектор пришел». Теплый семейный вечер оборачивается нешуточной драмой. Дружная, приятная атмосфера нарушается с приходом дерзкого и упрямого инспектора. Он намерен найти виновников серьезного происшествия. И этот вечер изменит многое в жизни героев. Начало спектакля в 18:30. 16 марта – шум за сценой. Режиссер собирает группу актеров для постановки комедийного спектакля. Времени до премьеры остается все меньше, а постановка никак не складывается. Обостряет ситуацию романы, которые разворачиваются прямо на рабочей площадке. Каким будет спектакль через месяц, когда всеми управляет сильнейшая ревность, режиссеру только предстоит узнать. Начало в 18:00. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.